У одного мужика сильно болели яички. Самое страшное, все врачи говорили, только резать. Друг ему сказал, слушай, да ты не паникуй, сходи к бабке. Но мужик так и сделал. Пришел к бабке, рассказал ей все. Она говорит, ишь ты, яички они собрались резать. Вот мелочек, отвар тебе, выпей его. Пьет он, значит, она, давай, давай, пей, пей. Выпил он этот отвар. Она говорит, а теперь попрыгай, они сами отпадут. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.